Почти 8 тысяч человек вернулись в свои дома после паводков. Об этом сообщил премьер-министр Олжас Бектенов. Глава правительства провел совещание по мерам ликвидации последствий наводнения. Он поручил определить временное жилье для тех, чьи дома признаны негодными для проживания. Кроме того, Министерству просвещения нужно освободить школьников, которые вынуждены были прервать занятия от сдачи текущих экзаменов и тестов, и в будущем помочь им наверстать упущенное время. Также премьер коснулся эпизоотической ситуации. Министерству сельского хозяйства поручено оперативно завершить сборы и утилизацию павших животных. Кроме того, правительству нужно решить вопрос с ремонтом объектов социальной инфраструктуры. Важно в приоритетном порядке отремонтировать объекты социальной инфраструктуры. Это школы и детсады, больницы и поликлиники. Качество строительных работ держать на повышенном контроле, поручая отработать действенный механизм и довести его до всех регионов. Не должно быть двусмысленных толкований. Контроль за деньгами будет усилен благодаря участию представителей общественности.